Тебе принадлежит благословение. Через крест Голгофский тебе принадлежит благословение. Благословение разума приходит на каждого. Работая в четвертом измерении, нужно уже сразу видеть себя послушным человеком. Видеть себя смиренным человеком. Именно помазание, оно предназначено для тебя, чтобы поднять тебя и сделать тебя головой, а не хвостом. И ты будешь только на высоте, и не будешь внизу.